Скажите, скажите, есть ли у вас ковид-сертификат и важно ли депутатам вакцинироваться? Нет? Це, звісно, дуже важливо, тому що ми бачимо, що робиться у нас не тільки в місті, а у всій Україні. Звісно, всіх закликаю. А у вас є такий сертифікат? На жаль, у мене по медичним показникам, у мене лікування закінчиться в кінці цього місяця. Я дуже сподіваюся, що не перенесеться. Я теж буду мати. І всіх закликаю, тому що я сама як рятувальник і знаю, як це важливо. Є ли сертифікати вакцинації і взагалі потрібно ли депутатам вакцинуватися? Я переболів буквально неделю назад, выздоровел, поэтому мой иммунитет еще силен, я надеюсь, еще где-то на полтора года. Вот я не вакцинировался, потому что мне по медицинским показаниям нельзя, а так, да, планом вакцинироваться, чтобы обезопасить и себя, и окружающих. Вот, а может быть, вы вакцинированы, хоть кто-то из депутатов, вы вакцинированы? Вакцинирован. Вот можете сказать, это важно быть, ну, чтобы депутат был вакцинирован и вот в целом? Да, я думаю, что важно, чтобы каждый человек сегодня в той ситуации, которая сложилась, вот я, например, вакцинировался и переболел коронавирусом недавно, но в легкой форме. То есть у меня были легкие симптомы, слава богу, пару дней температуры, такое состояние было, и чувствую себя сейчас, в принципе, удовлетворительно. И я думаю, что вакцина как раз-таки, вот те две дозы, которые вакцины я сделал еще летом, в июле, я думаю, что они существенно помогли, чтобы перенести коронавирус в такой легкой форме. Сертификат о вакцинации есть. Важно быть привитым не только депутатам, а я считаю, что важно быть привитым всем, потому что других способов предотвращения там, летальных исходов или тяжелых последствий от COVID-19 я пока не знаю. И, соответственно, пользуюсь тем, что есть. Скажите, вы вот вакцинированы и вообще важно ли депутатам прививаться? У меня на данный момент есть антитела, я сдавал тест на антиген, по вакцинации думаю, но пока еще не решил. Возможно, вакцинируюсь и считаю, что это выбор каждого человека и каждого депутата, поэтому только им решать.